Приветствую всех участников конкурса Golden Time Talent. Меня зовут Асмик Глиян, я художник и член жюри этого замечательного конкурса. Прежде всего хочу выразить благодарность каждому участнику за ваше участие. Все ваши работы уникальны, независимо от того, вы профессионал вы или начинающий художник. Мы оцениваем не только технику исполнения, но и то, как вы делитесь своим внутренним миром. Ведь искусство – это голос, и через него мы видим и слышим вас, друзья. В этом сезоне представлено множество замечательных работ, которые меня глубоко впечатлили, включая работы Марина Дувидзон, Гербер Алик, Лидия Моисеева, Судин Ефен, Жанна Сугира, Айнагул Мухамбеджанова, Фомичева Наталья, Асель Рабилова, Таня Шарк, Кристина Макаревич, Наталья Кракнес, Марина Шматко, Салтанат Куспаева, Юлия Тулиганова, Наталья Дик, Серхий Филипенко, Кристи Макдональдс, Анна Харасимюк, Алена Барби Турек, Илья Потапов, Ирина Черницкий, Ольга Волкова, Анастасия Остапенко, Ион Северин, Неординара, Алена Гордон, Анна Кис, Олеся Ищенко, Екатерина Пономарева. Ну что ж, друзья, еще раз благодарю вас за ваше участие в этом юбилейном сезоне. Желаю вам удачи и творческих успехов. До новых встреч!